В рамках всероссийской акции «Один день с участковым» журналисты государственного телевидения КБР ВТК Кабардино-Балкарии провели день на административном участке в городе Нальчике и побывали в участковом пункте полиции. Представители СМИ воочию увидели работу участкового полномочного полиции управления МВД России по городскому округу Нальчик старшего лейтенанта полиции Анзора Каскулова, понаблюдали за тем, с какими вопросами к нему обращаются граждане. В день к нам поступают от 2 до 5, 10 даже бывает обращений различного характера. Это бывают и обращения, и поступающие заявления о совершении преступления, административного правонарушения, других происшествий. Мы собираем материал проверки, проводится необходимая проверка. Ну, я считаю, что участковый полномочный полиции, он непосредственно несет службу, тесно контактируя с жителями своего административного участка, и в связи с этим он, в принципе, знает оперативную обстановку обслуживаемого участка. Необходимо взаимодействовать с жителями административного участка и создавать доверительные отношения с ними. Вместе с участковым журналисты поучаствовали в поквартирном обходе территории обслуживания. Анзор регулярно встречается с населением, проводит профилактические беседы с гражданами, направленные на предупреждение правонарушений. По его словам, участковый полномочный полиции обязан помогать гражданам в решении любых проблем. Во время общения с жильцами полицейский в очередной раз предупредил о видах дистанционного мошенничества, порекомендовал им быть бдительными и соблюдать необходимые меры безопасности. Жительница Нальчика Лариса Измайлова, проживающая на участке более 40 лет, призналась журналистам местного телевидения, что довольна работой участкового полиции. Но даже если по улице идут, все их прекрасно знают, везде фотографии их висят, и в школах, и везде. Нет, у нас у жильцов, в частности, 14-го дома, но я думаю, 16-го тоже. Нет каких-то к ним этих, наоборот. Но когда нет жалоб, то нет. В завершение акции журналисты пожелали полицейскому успехов в нелегкой, но нужной службе на благо граждан.